Киев хочет зону свободной торговли США, Климкин. Украина уверена в чрезвычайном потенциале для развития торгово-экономического сотрудничества. США у Киева есть потенциал для торговых отношений, прежде всего в сферах услуг, инвестиций и высоких технологий. Украина намерена добиваться введения зоны свободной торговли США. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Павел Климкин на совместной пресс-конференции со своим финским коллегой Тимо Сойни в Киеве. Климкин спросили, рассматривает ли Украина возможность введения зеркальных мер, учитывая заявление Дональда Трампа о введении пошлины на ввоз в США алюминия и стали. Министр отметил, что в мире вопрос о таком намерении США активно обсуждается. Для нас это не сюрприз, поскольку мы понимаем, что администрация Соединенных Штатов изучала этот вопрос достаточно долгое время. Мы настроены на максимально конструктивный диалог с администрацией и ведем его в контексте украинского экспорта, заявил он. Климкин добавил, что Украина уверена в чрезвычайном потенциале для развития торгово-экономического сотрудничества. И одно из предложений, которое звучит в этом смысле, это введение зоны свободной торговли с Соединенными Штатами, поскольку сейчас у нас она есть с Канадой. Возникает логичный вопрос, а почему не с Соединенными Штатами, сказал министр. Он отметил чрезвычайный потенциал для торговых отношений Украины с США, но прежде всего в сферах услуг, инвестиций и высоких технологий. Будущее ЗСТ – это для меня реально путь вперед, заявил Климкин. Ранее сообщалось, что Украина хочет пересмотреть свободную торговлю с ЕС. Новости от Корреспондент.нет в Telegram. Подписывайтесь на наш канал и ищите. По материалам сайта newsgro.com.